В Ненецком округе избрали нового уполномоченного по правам ребенка. Им стала Галина Гуляева, которая до этого времени возглавляла окружной комитет по семейной политике, опеке и попечительству профильного департамента. Кандидатуру Галины Николаевны, ранее внесенную главой региона на рассмотрение депутатского корпуса, представил губернатор НАО Александр Цибульский. Галина Николаевна Гуляева на протяжении 16 лет непрерывно работает в сфере защиты прав и интересов детей, проживающих в Ненецком автономном округе. Имеет два высших образования – педагогическое и юридическое. Когда мы принимали это решение, мы в том числе исходили из принципов преемственности. Она поддерживается предыдущим уполномоченным по правам человека. Собственно, она и предложила ее первую ее кандидатуру. Более того, ее кандидатура предварительно мною согласована с уполномоченным по правам ребенка Российской Федерации Анны Юрьевны Кузнецовой, и также кандидатура Галины Николаевны в этом смысле поддержана. Также губернатор отметил, что Галина Гуляева обладает такими качествами, как ответственность, умение своевременно справляться с большим объемом работы, настойчивость и доброжелательность. И они позволят в случае поддержки ее кандидатуры достойно справляться со всеми обязанностями, возложенными на уполномоченного по защите прав и интересов детей. Галина Гуляева, в свою очередь, в докладе рассказала о своей работе в сфере защиты прав детей. За эти годы разработана региональная нормативная правовая база, регулирующая вопросы в сфере опеки и попечительства над несовершеннолетними. Успешно функционирует банк данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей. Проводится систематическая работа по устройству детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан. Число детей, которые воспитываются в учреждении, с каждым годом сокращается. Депутаты окружного собрания большинством голосов поддержали кандидатуру Галины Гуляевой для назначения ее на должность уполномоченного по правам ребенка. Путем тайного голосования «за» проголосовали 13 народных избранников, «против» – двое. После избрания Галина Гуляева принесла присягу уполномоченного по правам ребенка в Ненецком автономном округе. Я, Галина Николаевна Гуляева, клянусь защищать права ребенка, добросовестно исполнять свои обязанности, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка. Уполномоченный назначается на должность сроком на 5 лет. Избрание нового уполномоченного по правам ребенка в Ненецком округе прошло в связи со сложением полномочий Риммы Галушиной, которая в сентябре 2018 года была избрана депутатом собрания Ненецкого автономного округа. Ольга Русл, Антон Водряков, Леонид Шишелов, телеканал «Север».